Ну вот видишь, Эд, я тебе две серии подряд говорил. Пошли убьем дракона! Пошли убьем дракона! А ты мне что сказал? Пошли твой этот ягодрадник строй, да? Ну построили мы этот твой ягодрадник, и что? Пришли в этот энд, а тут какой-то твой друг, который еще так себе друг, нашего дракона убил! Ты бы хоть сервер иногда выключал, что ли? А это приходят тут всякие твои друзья, знакомые, незнакомые. Может, вообще батя твой скоро зайдет, или мама, я не знаю. Будем с ними играть. Яйцо улетело. Слушай, вот я максимально не понимаю, что ты в очередной раз ноешь. Опыт из дракона. У нас яйцо дракона. У нас а дракон сдох спустя 5 секунд после того, как мы сюда притопали. Тебе что не нравится, я понять не могу. За тебя сделали всю грязную работу. Убили дракона. У тебя на глазах. Тебе даже лишний раз помирать не надо было. Но тебя даже это не устраивает. Так я не понимаю. Факелы, факел есть. Факел ставим сюда. Это ломаем. Яйцо вылупляется. Яйцо забираем и валим отсюда. Какая разница, кто убил этого дракона? В итоге мы победителями оказались, а не тот, кто его убил. Яйцо-то у нас? Ну, справедливо. Ну я вообще-то сам хотел убить дракона. Он же летает. Ну типа, опыт, эмоции, нет? Через серию 140 воскресим этого дракона, еще раз его убьем. Какая разница? Самое главное, знаешь что, Херейдик? Самое главное это то, что вот там вот находится портальчик, к которому мы сейчас простроимся. Зайдем туда внутрь и надыбаем всей нашей команде. Ну, в первую очередь тебе трусы, то ты без трусов ходишь некультурно. А во вторую очередь надыбаем каждому по одной паре крыльев. Тот чубзилет, который убил дракона в предыдущей серии, он как бы даже не знает то, что здесь есть портал, потому что он в Майнкрафт играет буквально пару месяцев. А мы сейчас быстренько туда простроимся. Самое главное, в глаза эндерменам не смотрите, а то если они вас толкнут, то улетите вот туда глубоко, далеко и низко. Простраиваем, короче, вот так вот лестницу, стройте себе вот эти столбы, что я для каждого лестницу отдельно буду делать. Вот, Херейд уже достроил. Перепрыгиваем вот сюда и залетаем в портал. Херейд, ты первый. Вот тебе дропёрл, я полетел. Ребят, тут безопасно! Прыгайте за мной! Вот он, Чик, второй пошел. Пиу. Натаха! Да почему ты? Да нет! Сосиска, хотя бы ты туда попади, пожалуйста. Я лечу. Жулик Плей, ты последний. Ну, как обычно, моя очередь. Я попал! Он попал! И с первого раза даже! Ну, а теперь моя очередь, и я тоже попал. В принципе, все в живых остались, кроме Натахи. Ну, а что, мы её ждать, что ли, будем? Погнали давать элиту искать! Земля, тебе пуховик, Натаха! На Эндерпёрл! Вдруг оттуда выбраться сможешь. Пошлите. Жулик Плей, не отставай! Уи! Я! И теперь главное не сдохнуть! Моя очередь! Огромные молодцы! То, что никто не кокнулся, забираемся туда наверх, не отстаем. Нам предстоит офигеть, какое длинное и тяжелое путешествие. Пока мы найдем эту крепость с шалкерами, пока мы найдем этот летающий корабль, пока мы 10 раз до этого момента сдохнем, пройдет огромное количество времени. Поэтому мы разделились на две команды. Сосиска, Ксюха и Отомчик пошли в другую сторону. Я, Натаха, Жулик Плей и Херейд пошли в эту сторону. И я очень сильно надеюсь, то, что мы быстрее второй команды найдем этот летающий корабль. Самое главное, не отставайте, держите всегда при себе вот эти вот эндер-жемчуги. Ну вот о чем я и говорил. Я вот не понимаю, зачем тратить эндер-жемчуги, если можно нормальный человеческий мост построить из булыжника. У нас этого булыжника полно вообще, куча сундуков. Вот так вот берем, строим мост, безопасно, нет никаких рисков. Ну если только ЖКП с него не упадет, потому что он играть не умеет. Вот сейчас простроимся и быстренько эту крепость и найдем. Мосты, мосты.
Ладно, в этот раз повезло. Хорошо, то что я в самый низ туда не долбанулся. Мосты мостами, Хрейт. Но если мы с вами так будем медлить, то вторая команда 100% быстрее найдет эту крепость, чем мы. Поэтому медлить точно не надо. У нас же куча эндерперлов. Самое главное вовремя кушать, чтобы не сдыхать и смотреть по стара. Будь как дома путник. Зайдите в город Энда, что тут может случиться? Мосты будем строить, Херейт! А при чем тут я? Я что ли виноват? Строим мост, зачем эти мосты? Нас 4 человека, мне кажется, надо было еще одну команду сделать и разделиться, и двух других там же куплей на даху отправить куда-то назад. Дольше бегать здесь будем, чем вот эту вот крепость искать. Тут же этот плот Хоруса может выпасть. Нормально, на, жулик Плей, если ты проголодался, скушай. Спасибо. Вкусно прям, ой как. Мы уже бегаем здесь целый час. Слушай, может развернемся и пойдем все-таки к той команде? Они в конце концов уже нашли этот дурацкий город. Слушай, ну то, что они нашли этот дурацкий город, не значит то, что они нашли этот дурацкий корабль. Ты не забывай, что города в Эндермире могут спавниться без кораблей. А если бы они нашли вот эти вот крылья, то в чате бы давным-давно уже бы появились. Не сдыхай, Херетик. То в чате бы уже давным-давно появилась бы ачивка, то что они подняли элитры. Оббегаем стороной эндерменов, так вы посмотрите. Нашли что ли? Не просто обычную крепость, а еще и вот этот вот корабль, который в принципе даже невысоко заспавнился. И даже если с него свалиться, то можно и не сдохнуть, а выжить. Ну вот на Жекиплее твою теорию проверим, что элитры мои. Яко, в смысле твоих, Рейд? Я капитан нашего отряда, сзади тебя эндермен, иди его убивай. Элитры будут... Ну вот видите, а ты говоришь, что, что вторая команда лучше нас. Сосиска только что от шалки раздохла. Ять, ты такой, аккуратно! Улетел, Жека, не надо улетать, просто забегаем сюда внутрь, давайте, по очереди, самое главное, не толкай. Не толкайтесь и убивайте шалкеров, потом дома себе также скрафтим пару шалкер ящиков. Поднимаемся наверх, тут вот этот недопаркур, самое главное, вот это, жулика Плея, не теряйте, а то он где-то там внизу застрял. Я ненавижу этот паркур! Да, ты это уже много раз говорил, жулик Плей, так одного шалкера запердохло. Слушайте, самое главное, чтобы здесь были какие... А я полетел. Самое главное, чтобы здесь были какие-то сундуки. Полетели, Жека Плей. Да, Жека Плей был убит шалкером. Ладно, тогда на жулика Плея не отвлекаемся. Просто смотрите, чтобы эти шалкеры вас подбрасывали. Залетаем наверх и молимся то, что здесь будет хотя бы один сундучело с алмазными трусами, чтобы их подогнать. Хереди! Так, здесь внутри железные ботинки. Офигеть, какая полезная вещь. Железный нагрудник. Офигеть, какая полезная вещь X2. То есть мы сюда забирали, чтобы железные шмотки, что ли, найти? Ну, я нашел неплохую железную кирку. Быстренько сгоняйте за Жека Плеем, он нам еще, в принципе, пригодится. А я зайду во вторую крепость, хоть тут тоже нет сундука. Слушайте, ребятки, мне почему-то кажется, то, что больше полезных вещей все же найдет вторая команда, а не мы с вами. Зато мы быстрее них элитры найдем, погнали на корабль. А, подожди, вот это шалкеровый панцирь, да, я сначала поднимусь. Хватит меня подкидывать, ядрить ты колотить, а! Да господи, когда же этот эффект уже пройдет, когда эти крылья любви этот полет подкидят? Так, тихо. Главное, не кокнись, Наташечка, хоть там, в ту сторону надо так мне. В первую очередь, реально, надо спуститься вот сюда куда-то. Может, меня хватит подбрасывать, я не понимаю. Так подожди, мы же... Вот ты начала трындеть, Натаха, и отвлекла меня. Долетался, что могу сказать. Дамы и господа, демонстрирую вам один раз, как нужно попадать на корабль. Вот так вот берем и... До свидания. Я тут! Нормально с первого раза. Так надо было так с самого начала делать. Жулик, бросай, давай ты второй. Давай я попробую. Лечу. Я живой! Натаха, если жулик Плей туда добросит, то ты точно добросишь. Кидай! Если я докину, крылья мои! Да блин, да почему? Да потому что надо бросать чуть-чуть повыше куда-то.
А чё, меня не телепортировало? Надо бросать чуть повыше, вол! Здорово! Или ты мои не... Да-д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 а-
человек! Чё, съели? Да! Крылья мои выкусите! Тут алмазы! Это, конечно, всё... Алмазы на... Ладно, хорошо, скрадешься, трусы наконец-то... Так кто вещи-то ворует у меня из-под носа? Я не понимаю. Так! Это все мое! Здесь есть еще зелье, здесь зелье исцеления, в принципе, можно забрать. Зелеварку тоже на всякий случай можно забрать. Она пригодится. Жулик Плей, ты этот, чё на месте стоишь? А чё делать надо? Дай ты! На, кушай. Надеюсь, я телефон кину туда. Да вы издеваетесь! А ты куда исчез, Жулик Плей? А, я внизу. А, ну ты слушай, как удобно! Как можно вниз возвратиться? Просто покушать вот это вот... Это моя голова! А так-то... подождите, вы мне только что мозг запудрили, там же еще голова дракона находится на этом корабле, так, как бы сейчас туда хорошо, ладно, по-другому хватит орать эти эндермены, как бы туда добросить этот эндер же, опа-на, вот и моя голова, то есть я себе и крылья заберу, я себе и голову заберу, которая находится вот здесь. Да ядрит ты колотит. Да понятно! Моя! Да господи! Моя! Не украла Натаха! Ты что ж ты и крылья себе забрал, и голову дракона! Оставил бы нам хотя бы что-нибудь! Мы же вместе этот город искали! Ну ты просто посмотри, как она мне к лицу, Натах! Ты в ней очень страшной будешь, поэтому я себе ее оставлю. Да, ходи, пожалуй, в ней. Так тебе гораздо лучше. Это ты сейчас намекнула на то, что я страшненький? Не-не-не, что ты, вообще нет. Жека Плей! Фас! Главное, реально ее вот это убей, а не просто за ней побеги. Вижу цель. Второй по счету корабль. И крылья, которые там находятся, 100% будут моими. Чур меня не останавливать! Крылья и голова мои! Нет, я тут истинный голубь! Крылья должны быть моими! Да какой из тебя голубь? Это элитры вообще! Ну так вот, я с помощью них летать буду, ну стой! Давай, бегите! Вот это голубцы вот туда, за этими крыльями, Жека Плей, стой здесь! Снизу, а я сейчас проверну... Ядрить да колотить, главное не сдохнуть! А я сейчас проверну некоторую махинацию, офигеть, пол сердечка осталось! Вторая попыточка, забираемся, ну в принципе нормально, забираемся сюда, сейчас еще выше вот сюда, главное не застрять в блоках и еще чуть-чуть выше вот сюда. Раз, два, три, четыре, пять, я вижу тебя, Хред, я тебя вижу, как ты забираешься на этот корабль, ну забирай, не надо в меня стрелять своими вот этими вот. И теперь надеваем вот так вот, открыли и полетели, я очень сильно надеюсь, что я смогу вот... Я буду первым, я буду первым! Моё! Нет, это нечестно! В смысле нечестно? У меня есть меч, значит всё... Да стрясти ты уже! Так, у меня два сердечка, все честно, Хередик, так это получается, вторые крылья по счету. Замечательно, и опять железные шмотки, алмазный нагрудник, алмазная лопата, эффективность 4, починка. Фига себе, вот эта вот лопата в 10 раз лучше, чем моя старая, забираем ее тоже. 3 нагрудника на бочку защита 4, факелы убираем, вот это взрывоустойчивость, и вот это проклятие утраты, в принципе, тоже можно забрать вместо люков, вот так вот. Все, и можно отсюда валить. Отомчик достиг, где твои крылья мы нашли. Молодцы! Даже Отомчик быстрее крылья нашел, чем вот этот вот Херейд. У всех будут крылья, кроме Херейда, получается. Так, все забрали. Зелеварку еще одну на всякий случай тоже заберем. Эту голову дракона, которая здесь находится, тоже заберем. Главное, чтобы эта голова не упала. Ладно, 2 головы хорошо, но 1 даже лучше или хуже. Ну какая разница, главное, что 1 голова есть, второй ни у кого не будет. Хоть плеваться, а? Чё зыришь, глаза пузыришь? И теперь быстрый способ вернуться домой. Так, там еще одна крепость получается. Вторая крепость, только там корабля нет. Вторая крепость, там была, только корабля не было.
Ну ладно.